Так, нужно что-то придумать с этим контрактом. Который, если он останется, заберет все картины. Мадам! Да, к вам месье Леру. Он хочет вас видеть. Так рано? Странно. Ну хорошо, пригласи его сюда. Слушаюсь, мадам. Интересно, что ему нужно? Что ему нужно? Ну, ведь уже долгов нет. Он хотел дом, Париж, жилье, правда? Надо сигареты еще. Мадам, месье Леру. Дорогая мадам Леру. Здравствуйте, Луи. Как поживаете? О, глядя на вас, я возвращаюсь к жизни. Я полон силы и энергии. Не стоит преувеличивать, конечно. Хотя я рада, что с вами о чем-то там. О, я не о том. У меня нет слов, чтобы достойно описать, что вы для меня значите. Вашу красоту. Ой, Луи, прошу вас, остановитесь, пока не поздно. О, прошу вас, уделите минуту внимания одинокому вдовцу. Ну, какой же вы один? У меня к вам необычайно важный вопрос. Какой вы один? Как ваша прекрасная дача вы не проживаете? Ах, ты можешь ли с тобой, если прекратите? А вам ли не знать, что такое быть вдовцом? О, это да. Когда горячая кровь раньше течет в моих жилах, а когда встречаются два одиночества. Луи, принесите мне? Да. Ой, спасибо. Чарли. Да, мадам. Мы поставили этот шикарный букет на воду. Слушаюсь, мадам. Чарли, принеси мне таблетки. Слушаюсь, мадам. Да большую упаковку. Слушаюсь, мадам. Да, чашка. И не уходи надолго, разобьешься, это еще малыш. Слушаюсь, мадам. Во-первых, мадам, я пришел сюда, чтобы выразить свои глубочайшие соболезнования. Вот печальный день. Печальный? Почему печальный? Ну и что случилось? Ну как? Сегодня же похороны Франсуа.